впервые во Владивостоке, вообще на Дальнем Востоке впервые. Ну как здесь у вас вообще жизнь? Вот вы вдумайтесь только, вот мы сейчас с вами сидим на территорию, куда люди шли, получается, пешком. А скажите, самая большая скорость, которую вы не скажете? Я думаю, что у нас век, в котором мы живем, это век расслабленных. Мы с точки зрения хозяина, да, теряем вот эту способность быть хозяином. Мне иногда кажется, что мы были просто не готовы вот к этому обществу потребления с огромного количества яркого, но одноразового. То есть мы просто психологически к этому не были готовы. И двери открылись, и мы туда ломанулись толпой. Здесь были захоронения, братские могилы, скажем так. Ямы, куда скидывали людей и закапывали. В частности, вот у Осипа Емельевича Мандельштам. Вы знаете, что здесь раньше было на месте этих домов? А для тебя какая родина? Ужасная, очень ужасная. Я вообще тут жить бы не хотел. Я в самую худшую страну, кроме этой, переехала лучше бы, чем вот тут вот жить.